Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Растения против зомби 2. Начинаем, как всегда, с ивента. И сегодня мы получим пиньяточку за прохождение его. Так что давай глядеть. Ага. Как всегда, надгробие. Бонг-чой. Так, давай ломай. Сюда же. Так, капельку мне дают. Зачем? Зачем мне дают капельки, а? Пока не знаю. Ладно, мы их тратить не будем. Опять бонг-чой. Ага, я, кажется, понял, что нам нужно будет сделать. Ну, этого мы, наверное, ушатаем с тобой. А вот с этим немножко будет посложнее, потому что его нужно будет заморозить. Так, 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 так. Отлично. Мы хоть попадаем по нему? Мы по нему не попадаем. Так, 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 нам нужно успеть. Ага, здесь зомби идет, ребята, с ведром. Это тоже усиленный, так скажем, зомбарь. Нет, мы, конечно, можем с тобой применить удобрение. Но зачем? Зачем нам с тобой это делать? Так, заморозим. Мы можем с тобой вот сюда поставить бунгчо. Из двух сторон, как говорится, его присануть. Так, успеем пробить или нам придется замораживать его? Придется заморозить еще разочек. Так, давай-ка мы, наверное, стоим. Опачки. А вот это, ребят, проблемка уже. Смотри, какой идет там. С ведрами все дела. Поэтому, скорее всего, нам с тобой здесь придется, знаешь, что сделать? Да-да-да-да-да. Именно вот так. Ультануть. Я это так называю. Так что не удивляйся. Ага, ага, ага. Идет с флагом охламон. Так, давай-ка мы, наверное, сюда еще с тобой подбросим немножко заморозки. А сюда поставим одного из бонг-чой. Также вот сюда вот. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот здесь мы вряд ли, конечно, сможем пробить. Но удобрения не хотелось бы тратить, поэтому просто применим с собой заморозочку. Как видишь, зомби с ведрами — это самая большая опасность, которая может быть у нас здесь. Поэтому мы будем защищаться изо всех сил. Так, например, вот сюда поставим с тобой капельку. А вот здесь, как ты понимаешь, вряд ли мы сможем пробить его. Поэтому здесь придется, скорее всего, применять удобрение. Так, и у нас последняя волна. Она двигается. Так что, друзья мои, подготавливаемся. Вот здесь, конечно, не в тему у нас бонг-чой стоит, если честно. Его сейчас едят там просто-напросто. Ну что, применяем. Здесь и вот здесь. Так, ну вроде бы неплохо, да? Справились. И давай тогда еще вот здесь вот. В чем преимущество бонг-чоя? То, что он, ребята, под ультой бомбит спереди, сзади, как говорится, и снизу, и сверху врагов. И в этом большой-большой плюс. Так, сколько еще там волн-то у нас будет? Последняя, да? Скоро пойдет. Поэтому, друзья мои, надо вот здесь вот замораживать довольно крупных и сильных зомби. Ага, вот здесь вот, конечно, немножко плоховато, ребята. Ну, я не хочу тратить удобрения. Попробуем так пробить их через силу. Ага, удобряшку получили, да. И вот сейчас можно, в принципе, ребята, ими воспользоваться. Потому что это уже последняя волна. И после них уже никто, как говорится, не пойдет. Так что давай ставить. Ну, подходите, зомби. Будем вас тут, как говорится, наказывать. О, спасибо за удобрение. Так, наверное, мы сюда с тобой еще используем. И вот сюда. И, в принципе, все. Ну, ивент неплохой. Неплохой, мне понравился. Бонг-чой все не становится. Бомбит надгробие. Ну что ж, давай посмотрим, что там. Оу, порка. Red Stinger и 1000 голды. Ладно, ладно. В принципе, я не против. И, как я и говорил, ребят, мы с вами зарабатываем еще пиньяту. А что нам из нее? Новый костюм для Red Stinger. Отлично. Ну что, давай, наверное, еще с тобой получим реварда маленечко, да? Для этого нам придется посмотреть рекламку. Так, друзья мои, ну что же, давайте быстренько с вами повторим, как говорится, прошлый результат и получим с тобой дополнительную награду.
Идут, идут голдранцы. Так, две капельки, а вот теперь мы начинаем с тобой выставлять уже наших бонгчуев. Можно немножко даже ускорить, я думаю, да? В принципе. Все уже знаем, как здесь делать, так что для нас это, в принципе, уже не проблема. Я вот только не помню, этот зомби у нас под... Ах ты! Так, срочно заморозку, конечно, ребята. С ним шутки плохи, я знаю его прекрасно. Он еще может отогреться, да? Видишь, что делает? Так, значит, нам, наверное, сюда, скорее всего, придется капельку сделать. А вот этих вот надо будет с двух сторон зажимать. И уже, как говорится, бомбить. Давай, 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 родные мои, бомбим. Так, шикарненько. Давай здесь поставим капельку. И, наверное, вот здесь. Слушай, ускорение, может быть, нам пока убрать. У нас с тобой есть два удобрения. Мы можем их в любую секунду с тобой потратить. И кажется, время настало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, что они делают. Да, тут мы могли бы немножко, ребят, свалиться с вами. Опять же, по моей ошибке. Так, ну этого разбомбим. Этого уничтожим. С ведром на голове сейчас тоже замочим. Так, капельку ставим сюда с тобой. Надо вот эти надгробия уничтожать. Так, а здесь этот... Костеплюй появился у нас. Смотрите, он сейчас будет, ребят, тут свои надгробия расставлять. Ну, да ладно. Какого лешего ты не заморозилась? Опа-на. Так, друзья мои, придется так сделать. Я этого не хотел, но пришлось. Давай сюда выставим и сюда. Нам придется вот здесь вот применить удобрение. Уж больно рьяные там зомби у нас бегут. Посмотри сам. Смотри, что творят, а. Смотри, что творят. Давай. Шикарненько. Блин, вот это заморозить надо. И вот здесь надо заморозить. Так, ну тут этот фараон, вряд ли мы его, конечно, сможем. Или сможем. Давай посмотрим, может быть, успеем отбиться. Хотя я почему-то в этом не уверен. Да ё-моё, ну... Друзья мои, придется применять. Я не хотел, но придется. Здесь как-то немножко посложнее, мне почему-то кажется, у нас идут дела. В прошлый раз как-то было все попроще. А может быть, мне это просто только кажется. Так, ну что, там эти надгробия бросают свои. Это у нас последняя, получается, волна, поэтому я могу полностью применять удобрение. Вот таким вот образом. Так, и, естественно, использовать заморозку. Давай, давай, давай. Да ё-моё, что там не то? Давай вставлять сюда. Слушай, а здесь, смотри, пробиваются у нас. Поедают растения. И причем вот этот вот сзади, который выплевывает кости, он выставляет могилы, которые нам мешают. Понимаешь, да, о чем я? Так, ну что, остался один зомби с ведром на голове. И мы, наверное, сейчас с вами пройдем. Да-да-да, он еще тем более идет с удобрением. Ну все, как-то вот таким вот образом. Согласись, немножко как-то похуже мы прошли, чем в первый раз. Но главное, что прошли. И опять у нас порка. Так, двойной подсолнух и 1500 голды. Ну, в принципе, я доволен. Друзья мои, я доволен, и мы с вами идем дальше. А дальше у нас что? Основная сюжеточка плюс квест комплит. Ну-ка, что мы там с тобой выполнили? А, получаем два гемчика. Ну, ладно, гемы лишними тоже у нас не будут. Так, у нас ивенты. Ивенты почему-то не обновились. Опять же, эти конфетки. Только ежедневки. Но тут... гемы. Кто-то спрашивал: Рэй, почему ты не играешь в Penny Pursuit? Друзья мои, я играю, просто не при вас. Все это делается за кадром. Ну и на самом деле, что я мог пройти, я прошел. Остальное мне пока не под силу. Слишком тут меня валят. Да куда я добрался-то? Ну вот, до 11 миссии. И все, и тут сушите весла. Не могу пройти, хоть и тресни. Слишком... Там, по-моему, если не ошибаюсь, у нас... Нет, там не босс, там... Не помню, если честно, даже врать не хочу.
Так, друзья мои, давайте здесь мы с вами польем наши цветочки. Так, шикарно. Можно, в принципе, взять к себе кого-нибудь в бой. Эту кувшинку, по идее, надо потратить. Она только занимает, как говорится, ячейку, да? Ну что, идем с тобой на основную сюжетку. И какой там у нас день? Кстати, на арене я давно тоже не был. Надо бы как-нибудь поиграть. Может быть, опять же, за кадром поиграем маленечко. Тем более, на кону, как ты видишь, 20 пиньят. Хотелось бы их получить. Так, а на каком я там? Фиг его знает, на каком. Я вообще не на каком месте, потому что, ребят, я еще не начинал сезон. Еще ни одного боя, как говорится, не было. Ну, а мы идем в приключения, конечно же. Ну, давай, 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 хорош. Не надо мне первую локацию, давай мне сразу мою, последнюю. Так, мы с вами на 21-м дне остановились, да? Получается. А их всего здесь 34. Ну что же, погнали. Может быть, нам надо было кого-то взять с огорода? Там же у нас есть... Оу, три в ряд. Зачистили вы что-то с этим заданием, три в ряд. Ладно, поехали. Будем отбиваться. Ну и что? Что за тишина? Где зомби? Вон они, зомби идут. Зомби идут. А мы с вами делаем все как надо. Так, секундочку, вот сюда мы с тобой сделаем. Отлично. Давай-ка сюда. Так, грибок сюда. Вот здесь. Сколько там нужно нам? А, 75 матчей всего лишь сыграть. Ну, в принципе, я думаю, здесь ничего сложного не будет. Я на это надеюсь. Так, капуста. Капуста вот сюда вот пойдет. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тихо-тихо-тихо. Сколько солнышек там давали мне. Давай поставим сюда. Капуста пошла, как говорится, в бой. Электрокамыш. Так, здесь у нас... Ну, вот так вот сделаем с тобой. А капусту... Ну, вот сюда переставим. Так, дальше сделаем такой маневр и вот такой. Вызываем тучку грозовую. Ну, тут, я думаю, будет легко все, ребят. Ну, сами видите, да? Все идеально у нас с вами получается. Горохострелы, все дела. Ох, ё-моё. Ты посмотри, что с тобой вытворяем здесь. Великолепно просто-напросто. Так, и остается совсем-совсем немножечко. Буквально чайная ложечка, и у нас будет этот уровень пройден. Так, куда нам капусту-то поставить? Давай сюда. Так уж и быть. Здесь, сюда соединяем. Так, делаем вот так вот. Хм, давай сюда вот, наверное, зарядим. Ох, ох. Просто куча, куча, ребята, солнца. Грибы бомбим. Отлично. Так, и капусты. Вот бы у меня так в игре бы, ребята, на основной кампании бы бабки копились бы, да? Горе бы не знал бы. Не знал бы горя. Любых зомби разбирал бы на изи. Так, ну что, электрокамыш, наверное, сюда с тобой поставим. И вот так вот. Сколько там еще? Два разика нам нужно с вами что-то сделать. Все. Уровень пруден. Зомби даже вообще не успели никуда подойти, даже первый ряд не успели они. А нет, здесь немножко все-таки кого-то подъели. Ну, тем не менее, 22-й день у нас с вами пройден. И мы... Дай-ка я все-таки зайду на огород и возьму что-нибудь с собой. Руки просто чешутся что-нибудь принять. Так, возьмем с тобой вот этот вот гриб. Возьмем орех. Возьму бонгчоя. И возьму фасольку. Да вообще можно здесь всех взять на самом деле. Как говорится, потом уже, если ты в игре это растение взял, то оно как бы отсюда уже исчезает. Ну что же, у нас с вами 23-й день. И, кстати, мы когда пройдем его, нам дадут новое растение. С удовольствием хочу глянуть, что же это за растение такое будет. Чудесное. Но вначале будем разбираться, конечно же, тут. Так, опять Дэйв Пенни тут суету наводит. О-хо-хо-хо. Тут и летающий, тут и этот
Осьминог, кальмар, как тебя назвать-то, даже не знаю. Ну ладно, ладно, будем что-то придумывать, ребята. Возьмем, наверное, минки. Возьмем вот этот вот цветочек. Придется взять лунный. Так, подожди, а кого у нас там? Кто у нас там под ультой? Орех, что ли, и все? А, вот, есть фасолинка еще. Есть еще фасолинка. Есть еще защитник. Так, ну ладно, ребята, давайте, наверное, вот так вот посмотрим. Такой командой сыграем. Тем более нам дают с собой на пробу попробовать вот этот вот как раз Гримрос. Так его вроде бы звать, да? Так, и посмотрим заодно, как у нас будет работать вот этот кактусенок. Ну что ты там бубнишь, бежишь? Так, ну что, я не знаю, давай мину, наверное, поставим для начала. Так, фасолину пока трогать не будем. А вот посмотреть, что это за... Опа! Ничего себе! Прикинь? Прикинь, что он делает? Хоп, и все, и... Все чики-пуки, ребята. Ага. А вот против этого-то у меня ничего и нету. Твою ж налево, только бомбочка. Блин, а как это я так немножко просчитался-то, если честно. Да, просчитался я, причем очень круто. Так, ну что же, придется как-то отбиваться. Ой, начинается, друзья мои, начинается. Бросание своей ерунды вот этой вот. Так, что же мы с тобой можем сделать? Я могу их, ребята, взорвать. Попытаться, по крайней мере. Угу. Удачная попытка. Давай, иди сюда. Фасолину сюда мы с тобой поставим. Гримрос. Слушай, ну мне нравится, что он делает. Он просто уничтожает зомби. Вообще, просто. Так. Успеем, интересно, не успеем. Блин, я вот здесь вот, ребята... Как-то вот этого вот надо убрать. Он мне тут достал, если честно. Давай, 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 давай. Бум. Шикарно. Я думаю, что такое? Они цветок мне тут заклепали уже. Понимаешь? Вот он. Идет голодранец. Ну, пришлось так вот сделать. Сработало. Подожди-ка, 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 подожди-ка. Не спеши, роднулька. Так, что, остается только лишь один вот этот вот, да, у нас? Партизанище. Ну что же, тогда, наверное, вот так вот сделаем. Бамс. Идет, 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 голодранец. А если я сделаю вот таким вот образом? Не, ему по барабану. Ему просто по барабану. Ладно, ладно, сейчас тебе все равно газонокосилка уничтожит. Нет, на минимум взорвался. Ну что, друзья мои, мы с вами, по ходу дела, открыли вот этот Гримрос. Как по мне, вроде бы неплохо, но не знаю, насколько долго он это переживает в зомбаре или что там их делает. И как часто он вытягивает вот эту свою темную дыру, которая по земле идет. В общем, все это предстоит нам с тобой увидеть в дальнейшем. А у нас следующая миссия. Так, здесь зомби-спортсмены. А ну что, берем с тобой орех. Возьмем орех. Берем также вот эти вот все наши прибамбасы. Защитника возьму. Так, тут у нас маленькие зомби-весельчаки. Так, с пианином, как всегда, да, идут. Ну вот, если такую мы с собой команду сделаем, как думаешь, нормуль будет? Против летающих у нас кто будет? Я даже не знаю. Против летающих нет никого. Слушай, если мы с тобой против летающих возьмем... Ну, обычно Аки. Я предпочитаю Лаву Гуаву, кстати. Что-то я про нее совсем забыл. Что-то я про нее совсем забыл. Про Лавушку, Гуавушку-то нашу. Гипногрипп. Ну, взять Аки, что ли, можно, в принципе... Вместо вот этого, не знаю. Как тут лучше нам
с тобой сделать? Ладно, мы оставляем вот так все как есть. Попробуем таким вот образом. Думаю, справимся. Ну, естественно, начинаем с подсолнухов. Вот зачем вот это вот все дали таким вот образом, да? В разнобойку. Может быть, какие-то есть определенные у них там планы или еще что-нибудь. Так, давай сделаем сюда. Хочу посмотреть, как работает гриброс. Ужик. Шикарно работает. Так, а вот здесь вот, ребята, нужно уже, наверное, лаву гуаву поставить нам. Так, и прикрываться, по идее, нужно. Блин, чем ты тут прикроешься? Давай его откинем. Так, пока. Так, а если он подлетает, у меня защитник может его отбросить? По-моему, может. Слушай, это круто, что он может так делать. А гримрос, он одноразовый получается, да? Вот оно что. Он, друзья мои, одноразовый. То есть он... Хоп, и все. И исчезает. Так, что же я хотел здесь сделать? Давай вот так, наверное, установим, да? И будем уже устанавливать. Так. Опа, опа, это что такое сейчас было? Я вам тут прилетел. Да, тут, конечно, ребят, как-то... Не айс. Пошло-то у нас. Совсем не айс. И там, и тут летят. Ё-моёшечки, а. Давай так сделаем. Откинем их, по крайней мере, куда-нибудь подальше. Тут что-то не сработало. Ну этот-то летающий, блин, он нервирует меня. Что-то я взял, ребят, совсем не то, что надо. Серьезно тебе говорю. Не то, что нужно, я взял здесь. Надо брать было немножко другое. Куда тут разогнался, а? Чепушило. Давай, гриброс, бомби. Этого откидываем с тобой. Так. Сюда лаву-главу выставляем. Да что ж ты будешь делать? Смотри, как они что делают, ребят. Проходят, пробивают, а этот еще и пролетает. Против, короче, ребят, летающих чуваков, которые, да, у нас вот на шариках, у меня ничего нету против них. И это большая, большая беда. Как тусят эти, но они как-то не особо тут хорошо заходят. В общем, нам нужно с тобой вот против этих отбиться. И, в принципе, все, уровень будет пройден. Давай вот так вот сделаем с тобой. Оп, утянули одного. Пока не тут этот орех колупает, мы с тобой... Оу, подожди. Блин. Да ладно, вот из этого говрюши. Нет, вроде бы у нас с тобой должно получиться. Лава-глава, ты же сработаешь? Нет, она не сработает. Она не хочет срабатывать. Придется подорвать его. А для этого придется выкопать вот этот подсолнух. На. Да. Вот как-то так, ребята. Большущие проблемы мне здесь создают именно зомби на шариках. Ну, раньше как-то не было с этим, да? Сложности, а теперь они появились. Ну что же, мы переходим с тобой на следующий уровень. Какой там у нас день-то уже? 26-й, 27-й. Опа-на. А это что еще такое? В плане. Ага, с помощью морковок я должен, да, теперь? Ну, давай. А раз с помощью морковок, так будем тогда восстанавливать. Давай, бомби. Пушки, бомбите. Слушай, ну прикольно такие уровни. Что-то, ребята, новенькое какое-то разнообразие, как говорится, у нас уже пошло. Так, секундочку, давай, наверное, вот этого сюда. Блин, мне не нравится этот чудик. Пушка, бомбани по нему уже, достал он. Ага. Так, нам нужно с тобой успевать. Блин, еще пиратов тут не хватало, а. Давай, наверное, так сделаем с тобой. Так, и надо срочно нам оживлять кукурузы.
Наверное, наверное, надо кукурузу именно ожилять. Или, или чё? Блин, сложно. Если честно, очень и очень сложно тут у нас получается все дела. Так, пушка бомби. Там-то что бомбить? Там толку не было никакого вообще абсолютно. Неужели пролетит, а, гаденыш? Ну да, прошел. Тут вон проблемы, смотри, какие. Так, это у нас последний, да, зомби? Тут еще и выкапывают, которые... Так, давай этого уничтожим. А почему-то не получилось, друзья мои, уничтожить у нас. Так, а если мы вот таким вот образом сделаем? Да ладно, блин. Или, или сможем пройти? Сможем или не сможем, а? Смогли. Фу, 25-й день прошли, и получаем с тобой мы пиньяточку. Ну, намного не рассчитывай, потому что здесь, кстати, скоро будет битва с доктором Замбосом. Через буквально 5-6 дней. Ну, я имею в виду игровых дней, а не реальных. Так, ну что же, нам дали Некшайт. Так, дали нам мрачную катапульту, и все. Деньги сейчас ни на что не тратим, поэтому 20 тысяч уже, как говорится, в кармане. Ну, не 20, там 19, но тем не менее. Так, а здесь у нас, о-хо-хо-хо-хо, зомбики какие там идут. И такие, сякие, плюс динозавры. Ёлки-палки. Так, а мне дадут сердечко здесь? Нет, скорее всего, не дадут. Что же нам тогда с тобой здесь делать? Ну, возьмем с тобой вот этот гриб. Да? Возьмем лаву-гуаву. Я не знаю, гипногриб, может быть, взять. Давай, наверное, возьмем. Так, сделаем. Фух, так, секундочку. Ну, этого недостаточно. Так, нам нужно взять с тобой обязательно вот это, плюс мину. Уменьшательный цветочек, я не знаю, стоит ли его убрать. Так, у нас есть с тобой мята, да? Блин, горелый. Как быть? Тут Гаргантюа и эти динозавры, которые будут их подталкивать к нам все ближе и ближе. Сталью я не вижу смысла брать. Нам, наверное, нужно взять с тобой вишневую бомбу. Так, где она у нас? Вишневую бомбу и, может быть, даже фасолину. Как-то вот таким вот образом, наверное, будем с тобой обороняться. Не знаю, получится или нет. Выбора все равно у нас особого нету. Ну что, как говорится, попробуем себя испытать. Можно было бы, конечно, чисто теневыми растениями, да, вот этими мрачными играть. Может быть, от этого было бы, конечно, больше толку. Но я вот почему-то решил вот так вот старой школой поиграть. Орехов я не взял, вот дурачок, а. Чё ж я так... без орехов-то пошел. Лазербин нужно было бы взять. Тоже бы он лишним не был, я думаю. Так, ладно, подсолнухи высаживаем. Лаву-гуаву. Сейчас будем просто сажать растения, как говорится, на авось. Лишь бы куда и чего. Кто там у нас? Понятно. Сделаем два редка с тобой. Так, ну-ка. Травани его там, пожалуйста. Что, просто раздавили? Блин. Опять эти ханорики, друзья мои. Ну, как вот... как вот мне их уничтожать, а? Гриб, убей его. Ничего не делает, абсолютно ничего. Он просто-напросто в наглую перелетает. И вот это меня раздражает. Так, прибыло подкрепление, ё-моё. Ну чё, блин, мы еще будем фейлиться вот из этого говнюка мелкого, который летит на шариках? Серьезно, что ли? Трындец, блин. Это еще псих недоразвитый тут бегает.
Да взорвись ты, ё-моё. Да, друзья, ну как-то... Знаешь, что надо было взять? Надо было брать клевер, и все. Клевер взяли бы, и нам было бы вообще по барабану на всех. Эту машину вырубим. Че она не вырубается-то, эй? Да, друзья мои. Мы проиграем только лишь из-за того, что... У меня нету юнитов, которые могли бы против воздушных драться. Короче, я переигрываю, друзья мои. Это бред полный. Это полный бред. Надо сюда брать либо клевер. Да, клевер возьмем, да и все. И этого будет более чем достаточно. Не надо там их бомбить как-то. Так, а вместо кого можно взять клевер? Вместо... Да, вместо вот этой фасолины. Да? И все, и сразу у нас с вами дела пойдут. Так, бомба есть. Против Гаргантюата что-нибудь. Я ничего не сделал. Так, давай ускоримся, потому что здесь пока все легко и просто будет. Высаживаем с тобой подсолнухи, да? Пойдет там первый корявый зомби. Мы его вот здесь вот встретим миной. Так, потом там где-то у нас пойдет на фортепиано чудик брынькать. Я, наверное, в два рядка, скорее всего. Или не надо в два рядка? Наверное, не надо, да? Наверное, лучше вот так вот через лаву гуаву. Она нам все это дело выставлять. Так, миночку сюда поставлю. Она, по идее, должна, по-моему, сработать. Так, сюда лаву гуаву поставим. Так, отравление. Все у нас должно быть тип-топ. Ага, додринкался. Так, клеверочек, сдуй-ка этого охламона отсюда. Так, все, ускорение убираем. Убираем, ребята, ускорение с вами. Дидич. Шикарно. Так, бери гриб. Ой. А что это? Друзья мои, он не стал. У меня есть грибок, к сожалению. Да, грустненько. Этот идет там читовод гороховый, а? На, гриб тебе, да иди обратно. Так, эти явились, не запылились. Сдуваем их. Эту машину надо вырубать. Эту машину надо вырубать как можно быстрее. Так, идет мелкий корявый. Так, а мы с тобой что сделаем? Ну, выставлять будем. Куда? Опять вы появились, да, здесь? На тебе гриб. Так, эту машину надо вырубать. Она меня запарила уже. Так, ну что? Пока вроде бы все тип-топ. Все хорошо, все отлично. А вот, друзья мои, и пошел Гаргантюа, как мы видим. Ну вот, началось у него тут бзикус. Началось у него тут бзикус. Подожди, а как нам его подбить? Ну как нам его подбить? Естественно, с помощью газонокосилки. Как еще тут можно его подбить? Вот таким вот образом мы его и подобьем. Ладно. Что еще? Еще идете, да? Ладно, пускай они идут. Мы можем здесь вот так сделать. Отлично. Эту тачку вырубаем с тобой. Этих сдуваем, летающих. Еще один Гаргантюа идет. Да, друзья мои, еще один Гаргантюа. Опа, куда это вот так перекинули-то? Слушай, а не пшел ли ты, а? Блин. А что засада-то такая пошла? Взорвали, да? Ну все, ребят, тут прошли мы с вами этот 26-й день. Немножко напрягло меня, но все-таки справились мы. Так, и доктор Замбос, у него просто руки чешутся. Как он уже прям вот не имется ему. Как он хочет со мной встретиться и сразиться. Я даже не знаю, какой здесь будет у нас босс, если честно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, наверное, на этой ноточке мы с вами сегодня закончим, да? Нам остается тут, ну, совсем капельку.
поиграть, и будет Басиара. Будем с ним драться. Да. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.